К нам поступило заявление от сотрудников городской поликлиники. Медики просят повторно возбудить уголовное дело о гибели их коллеги, врача Синько. Когда Синько возвращался домой, его убийца ударил в подъезде по голове и скрылся. Нет ни следов преступления, ни свидетелей. Врач скорой констатировал смерть от раны, несовместимой с жизнью. Милиция безрезультатно искала преступника. В итоге дело закрыли. Квалифицировал как хулиганство, совершенное неизвестным лицом, скорее всего, приезжим. А когда это произошло? Неделю назад. Ай, милиция, ай, молодцы. Тыждень для них уже на термин. Я запросил дело из милиции, вот оно. Но все про все даю вам неделю. Я очень на вас надеюсь. Коллеги, да. Минуточку внимания. Завтра, по случаю моего дня рождения, я приглашаю всех на скромное чаепитие с яблочным пирогом, который я испеку собственноручно. Ася Васильевна, придем. Обязательно придем. Гульнемо від души. А сколько вам стукнет? Ау. В общем, всех вас жду. Ты чего это, а? Ты чего? Ты воспитан вообще? Воспитан? А что такого? Чего? А того, Игорю, что не все питания, которые выникают в твоей макитре, треба озвучивать. Особенно женщинам. Так а что я такого сказал? Не представляю, как я буду жить без Васи. Мы ведь вместе уже 30 лет. Вашему человеку кто-то бажав смерти? Ой, не знаю. Его все любили, уважали. Недаром вся поликлиника возмутилась, когда дело закрыли. Он же там главным лекарем працював, так? Да. Очень хороший главврач. Скажите, а у него были заздрісники? Нет. Хотя... Завотделение Бакин. Кажется, он спал и видел, как занять кресло главврача. Думаете, он мог? Васю? Ну все, все, заспокойтесь. Мы в усьому разберемся и найдем винных. Это следователь. Они ищут убийцу Васи Синько. Напрасный труд. Не найдут. И то правда. А чему вы так вырешили, паночки? Милиция искала, не нашла. Да он стольким насолил. Пойди разберись, кто из них его на тот свет отправил. А ну, расскажите, кому он насолил? Дружина казала, его все любили, поважали. Жена, да она первая его ненавидела. Неужели? Вона ж так побывает. Глянь. Он ей поверил. Поверил? И зря. У них так часто скандалы были, что дело чуть до развода не дошло. Он себе полюбовницу завел. Медсестру. Молоденькая такая, из нашей поликлиники. Уколы хорошо делает. А люди добрые жене и доложили. Только с разводом она не спешила. Умная, знала. Если бы Васька с ней развелся, ни шиша бы она не получила. А еще залишати? Еще бы. Да он 5 лет за границей вкалывал. Клиника коммерческая. И только сейчас он на простой народ работает. Да уж, успел Вася обогатиться. Ну что ж, дякую вам. Пожалуйста. Ух ты! Главврач простой городской поликлиники, а недвижимости, как у феодала. Ну что, Игорь, дизнався? Да. Вот, держи. Ого! Ага. Квартира 100 квадратов в центре Киева, плюс трешка,
И однушка в Голосіївському районі. Да, там сейчас живет его сын, но вся недвижимость записана на Сінько-старшого. Плюс дача під Києвом на 20%. А, плюс еще счета в 3 банках. Mm. Тобто у випадку розлучення дружина б нічого не отримала. А зараз вона і син законні спадкоємці. Ну да, он же не успел составить завещання. Ось тобі й мотив. І залібі у вдови слабенько. Каже, була вдома, дивилася телевізор. Ну, телевізор это вряд ли підтвердит. Игорь, да? Фотоснімку рани можеш смоделірувати орудие убийства? Да, конечно. Юля, а що кажуть патологоанатоми? Ну, что говорит? Говорит, что травма нанесена тупым или округлым железным предметом. На волосах следы ржавчины, а вот у убийцы рост примерно как у Синько. Вот, ребят, смотрите. Мне кажется, это или обрезок трубы, или лом диаметром примерно 50 миллиметров. Спасибо, Игорюк. Да, не за что. Чуть не забыла. А что будем Асе дарить? Ну, а що зазвичай жінкам дарують? Парфуми, хустинки, намисто? О, а давайте бельё подарим з кружавчиками, а? Ігорючку, білизну будеш дарувати своїй коханій. Нужно з Корнеєм посоветоваться. Любимая. Где б мне её найти? Юля, угу. А що тут за листівка з квіткою у тебе на столі? Да так. Один майор в друзі набивається. Так, а ти жени цього майора геть, скажи, у тебе і без нього друзів вистачає. Слав, а ти зараз куди? До поліклініки, де Сінько працював. Удачі. Скажіть, Федор, де ви були в день убийства вашого отца? З 7 до 7.30 вечора. Федя, а то вони тебе підозрюють? Да мы папашу 100 лет не видели. С тех пор, как он нас из дому выгнал. Маш, помолчи, ладно? Понимаете, товарищ капитан, у меня с папой возник конфликт. Он категорически был против того, чтобы я... Ну, чтобы мы... Да из-за меня это все. Он меня на дух не переносил. Конечно. У столичного врача и профессора вдруг в невестках обычная торговка с рынка. Вот он нас и выгнал. То есть ты хочешь нас с матерью отселить в однушку на окраине, а сам жить здесь, в 5 комнатах? Зачем отселить? Мы могли бы вместе жить. Не могли. Не для того я всю жизнь пахал, чтобы ты притащил из деревни непонятно кого. Маша не из деревни, она из Фастова. Мне плевать, из какого она села. Думал, тебе хватит мозгов жениться на девушке нашего круга. Так нет. Притащил торговку полуграмотную. Неправда, я училась. Вижу я, чему ты училась. Из кожи вон лезла, как бы упакованного городского пацана крутить. Папа, ну как ты можешь так говорить? Маша прекрасный человек, мы любим друг друга. Вот и любите себе друг друга где-нибудь подальше от нас с матерью. Скажи спасибо, что я тебя из однушки своей не вышвырнул. А про эту квартиру и все остальное думать забудь. Все, давай. До свидания. Да. И у Маши после этого выкидыш случился. Теперь на постоянном присмотре у врачей. Вероятность преждевременных родов. Маш. Что? Не волнуйся, не переживай, не нервничай. Все будет хорошо. Не трогай меня. О покойниках плохо нельзя говорить, но того, что тогда с Машей случилось, я отцу никогда не прощу. И все-таки, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Где вы были в день убийства с 7 до 7.30 вечера? Вы не поверите, я спал. Намотался за целый день. Курсовуху заканчивал по лечебному делу, а потом в деканате торчал. Узнавал по поводу перевода на вечернее. Маша же скоро рожать. Вот придется мне идти зарабатывать. Кто это может подтвердить? Боюсь, что никто. А вот и правильно, что боитесь. Маша, у меня к вам тот же вопрос. Где вы были в момент убийства Василия Синько? На рынке. А где же еще быть обычной полуграмотной торговке? Доброго дня. Здравствуйте. А ты мне знаешь за отделением Бакина? Спросите в регистратуре. Витаю. Здравствуйте. Мне бы за отделением Бакина побачить. А вы на прием? Ну,
Можно и так сказать. Прокуратура. Да, конечно, проходите. 119-й кабинет. Дякую. Антон Сергеевич, к вам из прокуратуры. Алло. Костик, здравствуй. Как я рада тебя слышать. Не забыл свою старую тетушку. Старую-старую, не сподня, лучше знать. Ну, как поживаешь? Что? Да что ты? Нужны деньги. Может, вам чайку организовать, товарищ капитан? Не, давайте краще перейдемо до справи. Давайте, давайте. Скажите, какие стосунки у вас были с сеньком? Хорошие, дружеские. Вы понимаете, я к Василию Антоновичу относился как к учителю. А вот я чув, что вы метили на его кресло. Да ерунда. Ерунда все это. Понимаете, если бы с Василием Антоновичем это не случилось бы, он бы еще работал и работал. Але ж трапилося. Кто теперь посяде его кресло? А почему вы меня об этом спрашиваете? Мне мое место нравится, меня устраивает. Ну, просто так люди говорят, а дыму без вогню, как вы знаете. Хжите, сплетники. Вы присаживайтесь. Ой, ну да, был один неприятный случай в прошлом году, после которого Сенько хотели убрать, а меня на его место поставить. Но этого не произошло. А что за неприятный выпадок, можно детальнейше? Ну, к нам поступил один пациент. У него был гипертонический криз. Жена хотела, чтобы его в больницу положили. А терапевт его отправил к Синько. Синько сказал, что больной в госпитализации не нуждается. И отправил домой. Он очень жесткий был иногда. Ну, если там с женой поругается или с ребенком. Как упрется, и вот не сденешь его. Ну? Ну, жена привела его домой. А дома у него случился инсульт. Вызвали скорую, привезли в больницу. Он пролежал в больнице 3 дня в коме и скончался. Скандал был жуткий. Синько хотели понизить и даже уволить. Но вмешался кто-то из министерства, и все осталось по-прежнему. Скажите, а какие стосунки у Синька были с медсестрой из вашей поликлиники? Как вы про это знаете? Ну, знаете, как говорится, седина в бороду и бес в ребро. Анечка у нас девочка видная. Ну, многим нравится. У нее есть жених. Василий Антонович это не останавливал. Идеи знайти? В процедурную. Спросите Серову. Спитаємо. Скажите, Анатолию Сергеевичу, а где вы были під час убийства Сенька? Я? А какое число было? 15-е. Вечер 7 до 7.30. 15.15. А, я на даче был. У друга на даче. Можете позвонить, он все подтвердит. Напишите телефон и адресу товарища. Угу. А, и прізвище того бедолаги пациента. Хорошо. Алло, Леха, це я. Слухай, ты можешь навідатись до дружины одного пациента Сенька? У них був конфликт. Так, дуже серйозний. Пацієнт помер і, схоже, з провини Сенька. Ага, адресу я тобі скину. Жду, Слава. Отбой. А это что за красота? Неважно. Так, я понял. Личное от поклонника. Угадал? Тебе-то что? Дай сюда. Дай. Пожалуйста. Ребятки, такой вопрос. Вы что Асе Васильевне решили подарить? А мы хотели с вами посоветоваться. Я, знаете, я предлагал подарить белье. Но меня почему-то задвинули. Ну, я предлагаю подарить шарфик. Я слышал, что она их очень любит. Да нет, шарфиков у нее миллион. А что, если подарить ей
позолоченную чашку, а? Здрасте. Мы Шарменко в прошлом году такую дарили. Повторяться не очень хорошо. У меня есть идея. Какая? Ася мечтает купить себе норковую шубку. Ой. А я мечтаю купить трехкомнатную квартиру. Не потянем. И не надо. Ася весь год копила, чтобы ее купить себе ко дню рождения. А для хранения шуб есть прекрасные фирменные чехлы. А что, если Асе такой подарить? А шубу-то она купила? Купит. Уже заказала и выбрала. А что? Идея неплохая, выгодна, практична. Моя Надежда Ивановна одобрила бы. А в придачу бесплатный купон на химчистку. Ну, здорово. Все, я уехал. Далеко? Напрашивать вдову бывшего пациента Синько. Так, и не забудьте, в 6 у меня на совещании. Алло. Да, Слав, привет. А это кто? А, тот, кто пытался подсидеть Синько? Ну, хорошо, я попытаюсь с ним связаться. Давай, диктуй мне его номер. Ага. 0,50. Анна. Вы не нервуетесь, а просто скажите мне правду. Какую правду? Так я же вам все сказала. Я вечером гуляла со знакомым. Потом сидела дома. Бабушка подтвердит, что вам еще надо. Ваш головний лікар сильно вам надокучав? Може, переслідував, чіплявся? Так это ж все несерьезно, так? Ну, подвозил пару раз домой, и все. А ваш хлопець про це знає? Парень? Какой парень? У меня нет парня. Идите, мне пора идти на вызов. Ага. Ну, звісно. Да. Працюйте. Ага. Митенька еще мог бы жить да жить. Если б не этот мерзавец Синько. Уперся. Нет угрозы никакой. Нет необходимости в госпитализации. Скотина. Но, может быть, Синько не виноват. Не виноват? Врач скорой помощи сказал, что если бы мы Митеньку привезли на час раньше, его можно было спасти. Я думала, его хотя бы накажут. Сидит в своей поликлинике главврачу. Преступники они все. Я тут больше не ногой. Его уже там нет. Ах, да. У него в министерстве рука. Передвинули, небось, выше? Выше уже некуда, его убили. Даже так? Значит, справедливость восторжествовала. Я даже рада этому. Скажите, пожалуйста, где вы были 15 числа в 7 часов вечера? А мы в это время всегда с Машей гуляем. И кто-то, кроме вашей Маши, может это подтвердить? Вряд ли. Мы гуляем на пустыре, а там редко кого встретишь. И так мы за день не продвинулись ни на йоту. Кто у нас подозреваемый? Мотив є у дружини і сина. Вони отримують нерухомість синка і депозити у банках. Алібі немає в обох. Там ще була невестка. Да, хамовита дамочка ненавидит Синько, считает, что из-за него у нее случился выкидыш. Хамовитая, говоришь? Да. Местными точками на базаре заправляет. Кстати, а может быть, это она подрядила своих мясников на убийство? Нет улик. Нет. За відділенням поліклініки Бакен мріяв підсидіти Синька. Він теж міг скоїти напад. Алібі не підтвердилось. Бакен сказав, що був у друга на дачі. Мобільний друга відключен, по адресу нікого. Ну, в подозреваемое можно еще записать вдову, умершего по вине Синько пациента. Она даже не скрывала радости, когда узнала, что Синько погиб. Алиби у нее тоже нет. Медсестра, с якою Синько любов крутив, поводиться вкрай підозріло, щось приховує. Але у неї є алиби. Весело получается. Подозреваемых куча, у всех есть мотив и нет алиби. А у нас улик тоже нет. Слухайте. А може все значно простіше? П'яний сантехнік спускався з верхнього поверху і скинув залізну трубу на голову нашому лікарю. Ну да, от испуга протрезвел і збіжав з орудієм убійства. Веселитесь, да? А мені от не смішно. Владислав Борисович, ну, ми все-таки продвинулись. Да? І як далеко? Ну, во-первых, отрицательный результат тоже результат. А во-вторых, мы продвинулись дальше милиции. Спасибо, Юля, утешила. Нет, ну, в самом деле, Владислав Борисович, у погибшего не забрали ни портфель, ни деньги, ни телефон. А значит, цель преступника не ограбление, а убийство.
Из ваших пояснений я понял, что доктора не любили. Значит, ищите того, кто так его не любил, что пошел на убийство. И главное — улики. Вы ищите еще раз место преступления, опросите соседей. Орудие убийства? Ну, скорее всего, обрезок толстой ржавой трубы. А може нам пощастить йти в бивця, аби не привертати уваги? Викинув трубу десь поряд? Ідіть роботайте. З першими результатами ко мені. Ясно. Ася Васильевна, з днем рождения. Здоров'я вам, щастя, ну і багато світлих днів. Мальчики, как вы узнали, что лилии мои любимые цветы? Да так, сегодня по радио сказали. Ну ты же шутник, Лагунский. В конце дня жду вас здесь. И брих будет? А как же? О, а нашу Юлю продолжает окучивать. Интересно, кто? Якийсь майор. А ты откуда знаешь? Сама сказала. Що не день, то нова квіточка. Хоч би справжню троянду купив, а то що, макулатура? Ну, слушай, зато не завянет. Тільки навіщо вона на видноті їх розкладає, а? Ну, как? Я знаю. Юля просто хоче, щоб ми були в курсі її романов. Для чого? Ну, як для чого? Женські уловки. Хоче, щоб ми рівнували. Ти хочеш сказати, Юля навмисно їх на показ виставляє? Уверен. Лагунський. Шо, Асенька, як говориться, happy birthday. Спасибо, Станислав Иванович. Это так трогательно. И вот еще вот. Лично от меня. На. А что это? Ты разверни, подивись. Ага. Це для твоих котиков. О, смотри. Вони будут за ней бегать и веселить свою хозяйку. Вот. Ну, а наш общий подарок будет трошки позже. Спасибо. Я нема за шо, Асенька, ну шо. Ага. Прелесть. Лёх, может чайку? Да какого чайку? Я не есть не хочу, не пить не хочу. Мне кажется, вообще помойкой пропах весь. Ну ничего, ничего, Лёх, зато маємо результат. Результат нам Юля принесет. А ось и вона. Ну, що експертиза? Ну що, на трубі кров жертви, волоски шерсті собаки і породи шотландської овчарки, а також затерті сліди самовисінку. Ні, ну не мог же він сам себе. Так, слово. Давай. Опять по сусідам. Виходить, не все ми знаємо. Банально. Но все равно спасибо. Леха, идешь? Да, иду, иду. Что, Леха, хочешь того майора с квиточками приплюнуть? Нет, просто напомнил женщине, что она женщина, причем красивая. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, в вашем доме ни у кого нет такой собаки? Нет. Я тут всех собачников знаю, такой ни у кого нет. Спасибо. Пожалуйста.
простите, пожалуйста. Скажите, в вашем дворе никто не гуляет с такой собакой? Это Коля? Нет, у нас таких нет. Ой, это же Таськин Марсик! Какой еще Марсик? Приблудный. Его Таська прикармливает. Она добрая, всех приблудных кормит. А доктор их гоняет, даже палкой бьет. Какой еще доктор? Что ты выдумываешь? Ничего я не выдумываю. Доктор из того подъезда. Мне Таська сама рассказывала. Он их бил, а они плакали и кричали. Собакам же тоже больно. Не слушайте ее. Оксаночка очень впечатлительный ребенок. Да-да, я понимаю. А скажите, пожалуйста, где эта Таська живет? В 4-м подъезде у тетки. Извините. Идем, Оксана. Спасибо. Вам кого? Прокуратура, капитан Лагунский. Неужто Таська чего натворила? Нет, нет, скажите, а где Тася? Я бы хотел с ней поговорить. Так нет ее, уехала в деревню к матери. Давно? Неделя уж. Будьте так любезны, адрес матери Таси и фотографии, если можно. Ну, сейчас, милок, подожди. Наша кто приехала? Да, мостовая 56, значит, наша следующая. Здравствуйте. Прокуратура. Капитан Лагунский. Капитан Пронько. Седайте. Да, спасибо, мы постоим. Скажите, Тася, а чего это вы вдруг из города уехали? Да провались он в ваш город. Душно там, плохо. Людям и зверью. Мы тут Марсика поминаем. Давай, Таська. Кого? А собачку Таськину. Она тут ее примечала. Она ее подкармливала. А доктор взял ее и убил. Ну, сволочь, профессор еще. Кто-кто? Да Синько этот собак ненавидит. Все грозится их на живодерню отправить. А куда им деваться? Дома нет, хозяев нет, жратвы тоже нет. А ему все равно. Он железяку схватил и Марсика по голове шарахнул. Я когда поняла, что Марсик помер, я его подальше от дома тащила. Там и схоронила. Тася, Весенько тоже убили. Как это? Как? А кто? Шукаемо. Господи, боже мой, господи. Господи, ну профессор, ну дурак. Сволочь, а жалко. Ой. Человек все-таки. Тася, одягайтесь, вам доведется проехать с нами. Как это? Вы не волнуйтесь, в прокуратуру, нам надо разобраться в этом деле. Ой, Таська! Ой, Таська! Кого ж ты мне такая непутевая-то, Таська? Ой, Таська! Ой, Таська, прокуратуру тебя, Таська! Кого ж она такая у меня непутевая? Скажите, Тася, какие у вас были отношения с погибшим Синьком? Какие отношения? Никаких у меня с ним отношений не было. Я собак во дворе бездомных кормлю, он их бил, гонял. Собаки его терпеть не могли, особенно Марсик. Да, красивый был пес. Красивый, породистый, видать, потерялся. Так вот, недавно этот доктор подъехал к дому. И только вышел из машины, как Марсик на него вызверился. Лает, лает, аж до хрипа, только сторонился, понимаете, не трогает его. И этот доктор как возьмет железяку с тротуара, как хватанул Марсика по голове. А тот завыл, заплакал. Все тише и тише. По земле распластался.
Не розумію, товариш полковник. Навіщо Лагунський з нею панькається? І так зрозуміло, що вона вбила синька. А чому ти так рішив? Ну, мотив помсти і ненависть. Одразу після вбивства втекла до матері в село. Ну і взагалі вона трохи... Їй все одно, життя собаки чи життя людини. Возле гаража схоронила його, холмик насипала. Еще два дня ходила. Однажды парень ко мне подошел, даже спросил, по ком сижу, плачу. Ну, я и сказала. Чего тут сидишь? Собаку похоронила, Марсика. Его доктор вот этой самой железякой убил. Какой доктор? Синько из больницы нашей. Вот бы его самого этой железякой двинуть. А когда это было? Во сколько? Да на второй день после того, как Марсика схоронила. 15-го вечером. Ну. Темнело уже. И вот этот парень, видать, с работы шел, и хороший парень, понимающий. То есть это вечером убийства, примерно около 7 вечера. А что за парень, ты его не знаешь? Нет, в больнице однажды видел, охранником там служит. Ну что ж, спасибо, Тася. Вы свободны, вот ваш пропуск. Все? Пока все. Только из города не уезжайте, вдруг вы нам понадобитесь. Не уеду. Дарма ти її відпустив, Льох. А чому? А ти сам не бачиш? Дівчина на емоціях мститься за смерть улюбленого собаки. Ти навіть не спитав, де вона була на момент убивства. Вона не могла вбити. Я знаю цей психотип людей. Вона може злитися, плакати, строїть плани місті, але вбити вона не могла. Ну ти вспомни, як вона в домі матері самого Сінько оплакувала. Прикидалася. Їй же не хочеться до в'язниці. Вона не способна притворятися. Повірите, братцю, а що це за парень, охранник з поліклініки? Надо бы проверить, не зря же он у них во дворе появился. Спільник? Чи може наречений Анни? Найдите его и допросите. Так точно. Зробимо. Алло, Слав, привет. Записывай. Цибуля Егор Егорович, 26 лет. Работает охранником в городской поликлинике. И телефон его. А это снова я. Подскажите, а где ваш хоронець? Егор? А? Я только что здесь был. Посмотрите, может, в коридоре. Дякую. Аня, послушай. Так ты дождешься у меня. Тише. Егор? А? Да. Це я вам дзвонив, треба поговорити. Ви з прокуратури? Капітан Пронько. Я вас слухаю. Де ви були 15 числа ввечері з 7 до 7.30? Гуляв. Де, з ким? Спочатку з Анькою в сквері, потім один ходив. А біля будинку Сінька як опинились? Де? Біля будинку вашого головного лікаря. Вам доведеться проїхати зі мною. Сліди. Что смотрим? Запись с камеры видеонаблюдения у гаражей. Автолюбители, конечно, молодцы. На сторожа поскупились, а камеру поставили. Смотрите, вот они. Ну да.
Все, как говорила Тася. В день убийства Синько, 15 числа, и время совпадает, 18:49. Такое кино, Владислав Борисович. По-моему, все ясно. А что, картинка складывается? Видимо, Егор приревновал Аню к Синько и решил с ним разобраться. Так чего мы ждем? Надо брать этого Егора, пока не убежал. Пронько его уже доставил. А Юля сдала перчатки на экспертизу. Ну, что скажешь? А это не я. Похож на нее. Скажите, это ваши перчатки? Ну, мои. Видите ли, экспертиза показала, что на ваших перчатках та же ржавчина, что и на трубе, которую убили Синько. Біля гаражів, де могила собаки, сліди твого взуття і твій недопалок. На рані убитого ті ж сліди і ржі, що й на твоїх рукавичках. То що, зізнаватись будемо? Чи мені знову твою Анну допитати? Ти ж її ревнував до Синька? Аню не трогайте, она не виновата, понятно? Этот старый козел ее соблазнить пытался, она беременна от меня, ясно вам? Ясно. Вот так же краще. И раджу тобі щиросердно зізнатися у вбивстві Синька. Да не хотел я его убивать. Думал так, припугнуть, зубы пересчитать, чтобы не Даньки ему было. А потім вирішив, що вбити було правильніше, так? Какой же я дурак. Зачем я вообще с этой девкой заговорил? С Таською? Да не знаю я, как ее впервые видел. Только она как давайте хвостить этого Синько и рассказывать, как он собаку ее железной трубой убил. У меня как будто в башке что-то щелкнуло. Думаю, убью профессора, все равно на эту девку все подумают. Пошел, взял эту железяку, подкараулил возле дома, а потом следом зашел и... Охорона! Выведите. Встать! Руки! Только вы с Анькой, пожалуйста, поаккуратнее. У меня здоровье слабенькое. Вперед! Она меня ждать будет, я знаю. Она меня любит. На выход. Честно признаюсь, я уже думал, мы это дело не раскрутим. Ну, а мы взяли и раскрутили. Молодцы. В милицию сообщите? Да, сообщил. Уже поздравили. Интересно, сколько этому цибули дадут? Ну, трудно сказать. Если адвокат умный попадется, сыграет на состояние аффекта и то, что он служил пару лет в горячей точке. Нестабильная психика. Ну, думаю, годика два скостят. Юля, а тебе его шкода? Просто сегодня редко из-за любви убийства происходит. Все больше из-за денег, из-за квартиры. Це ще добре, що він свою Анечку як отелу не задушив. Ну все, куда вас занесло? Между прочим, нас Ася Васильевна ждет. Точно. С днем рождения вас! С днем рождения вас! С днем рождения, Ася! С днем рождения вас! Подарок? Подарок? Ой, что это? Асенька, это вам. А это чехол для хранения меховых шуб. Да. Вашей Нурочке понравится. Правда, Асенька Васильевна? Ой, Юля, я даже не знаю. А Нурочки-то у меня нет. Как нет? Вы же ее себе заказывали, насколько я помню. Да. Сначала заказала, а потом пришлось заказ отменить. Почему? И акцию отменить. Просто моему племяннику Костику срочно понадобились деньги на скутер. И ты это, ну, не могла ему отказать, да? Ну, не смогла. Он так давно о нем мечтал. Вот так мы сами их и балуем, да? Ну, ничего, друзья. Я обязательно куплю шубку. Вот он отдаст деньги, я куплю. Иван, согласись, этого нельзя так оставлять. Нельзя, Борисыч. Давай, Ася, говори его телефон. Кого? Телефон давайте, у племянника твоего нахального.
Зачем? Ну как це зачем? Ми зараз ото всі вместе позвоним і скажемо все, що ми думаємо про нього і про його це нахальне покоління. Правильно? Да. Давай, 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 давай. Не надо. Надо. Алло. Костик! О, на ловца і звір біжить, як говориться. Давай. Спасибо, мій золотой. Правда? Давай, давай. Да, я на роботі. Ася. Да, можеш сюди підвести. Хотя нет, лучше вечером домой. Пока. Ася, ну, что ж ты не дала нам с ним поговорить, а? Ну, мы бы всыпали ему от имени прокуратуры. По первое число всыпали, вот так, понимаешь? Благодарю вас, не надо. Костик вспомнил, что у меня день рождения. Поздравил. Извинился, что деньги у меня попросил. Ну вот, это же другое дело. Хороший мальчик. Хороший. Сегодня привезет, а завтра я закажу шубку. Обязательно. И ваш чехол фирменный мне еще очень даже пригодится. До речи, всередині бонус. Безкоштовный купон на химчистку. О, чем мы стоим? Давайте кушать пирог, а? Дарёчек, действительно, ну чего? Ну давайте. Чашки хватайте. И правда, давайте. Ну давайте. Слухай, Юлька. Розбирайте. А тобі б який більше подарунок сподобався? Листівка з квіткою чи жива квітка? Слав, а знаєш, що б мені подобалось? Скутер.